Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарнодаям Гопиджана Самайуктам Бриндаванам Манохарам Ванча калпатару вашча кипа синду бхавачу Патитанам павуни бхавишна бибхьо наму нама Мукам кароти вачалам пангум ланг хайтагирим Ят кипа там ханг ванди парамананда мадавам Бриндави тулсиде бай пиявай кешва сача Шна бхакти паде деви саттваттвай наму нама Нараяна намаскритта наранчайва нараттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудире Санкитане кришна като пудеш Гаурия патрашча пракасане ча Шадану ракта гуру бхакти юкто Бхакти Прамодакша Джагод Бараня Дхейям Сада Парибхавагнам Авишта Духам Титас Падам Сива Виранчанатам Сараням Витатихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаранаравиндам Ятпада паллавана качанда мани чатая Виспуриджита кимапикабабудушва дарши Пурнану рагара сасагара сарамурти Сарадхикамай кадакипам кроши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шиаддвайта гададхара сивасадихи Гаура бхакта бинда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Си Аддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджануламбита бхужау канака бодату Шанкитанай капитару камала хитакшо Вишамбару дижавару джугадхарма пало Банде джагат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Ваду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дипа Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавануруппена садханаранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вивиши тавам бхагам Нараяно приямананга мадапахарам Варанаси пурапати бхажавишанатам Ваги саджуша бадане лакшмир жаша ча бхакшаси жася асте хиде самбид твам нишинга махам бхаже Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама Рам Рам Харе Харе Банде Нанда Ваджастинам
Падарену Абхигнаса, Джасам Харикатхадгитам, Пунати Бхаванатрем, Банде Нанда Баджастинам, Падарену Абхигнаса, Джасам Харикатхадгитам, Пунати Бхаванатрем, Джасам Харикатхадгитам, Пунати Бхаванатрем. Гаурия Гоштхипати, Шри Шрила Бхакти Сиддханта, Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, Джагатгуру told, to serve the lotus feet of those Brajavasis, Гоштхипати, Шри Шрила Бхакти Сиддханта, Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что служить лотосным стопам тех Враджаваси, которые чувствуют огромную разлуку с Кришной. Это наша единственная обязанность. Гауди Гоштхипати Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что служить лотосным стопам тех Враджаваси, которые чувствуют огромную сильную разлуку с Кришной, Матхур Вираха Враджаваси. To serve them. И вот служить им – это наша единственная обязанность. Но суть в том, если я служу моему Гурупадпадме, но не могу понять подлинную сварупу моего Гурупадпадме, то в этом случае, если я служу Гурупадпадме или каким-то вайшнавам, но если у меня нет должной концепции, должного представления о сварупе Гурудева, то как это возможно для меня служить такому Гурудеву? В этом вопрос. Если я не смогу видеть объект, не смогу понять славу этого объекта, пользу от этого объекта или преданного, то как им служить? И как тогда мы можем поклоняться им? Есть большой промежуток майя. Есть огромная разница между трансцендентным миром и этим материальным миром. Есть огромный промежуток, заполненный майей. Много так называемых преданных, они начали жаловаться, то, что после того, как Шрила Бхактивинода Тхакур ушел из этого материального мира, много так называемых преданных начали жаловаться Шриле Прабхупаде, что Бхактивинода Тхакур позволял петь какие-то расакиртаны, вы ничего не позволяете, зачем так жестко себя ведете. И вот они жаловались Шриле Прабхупаде, что мы видели, Бхактивинода Тхакур разрешал такие киртаны, а вы нет, почему? И Шрила Прабхупада ответил, Бхактивинода Тхакур только ушел в 1914 году. И сейчас вы жалуетесь. Я не знаю, что в будущем случится. Шрила Прабхупада говорит, Бхактивинода Тхакур только ушел. Двух лет не прошло. Вы жалуетесь таким образом. А что в будущем случится после того, как я уйду с этого материального мира? Бхактивинода Тхакур никогда не позволял никаких сахаджийских киртанов. Изучайте его писание, его учение, его сиддханту, там все описывается. Бхактивинода Тхакур хотел просто дурачить вас, поскольку так или иначе вы все хотите заниматься сахаджия бхаджаном. Мало кто хочет совершать совершенный бхаджан. Мало кто, практически никто. Они не могут прикоснуться к шалаграмму или к нисимхе. И пообещать, дать такой обет, что такие люди хотят только Кришну. Как вчера я
рассказывал по случаю, когда все Сахаджи лгали, что да их Гуру Гурудев, Гурудеша Гурудас Бабаджи Махарадж, что они будут проводить все эти погребальные обряды и прочее. Но Шрила Прабхупада, он сказал, любой из вас, кто в течение года не занимался с трисангой, подойдите и прикоснитесь к святому телу Гурудеша Гурудас Бабаджи Махараджа и скажите так. И никого не нашлось. Шрила Бхакти Валабха Тирта Госвами Махарадж много раз говорил такое, что никто не может сказать, что они хотят обрести только Кришну. Кришна – это не цель многих. Многие стремятся к деньгам, положению в обществе, к славе, к таким простым материальным вещам. Они не могут прикоснуться к Нарсимхе и сказать, что они хотят обрести только Кришну. Or you need something. Different kind of annabhilash going to contaminate our heart. Различные виды анабхилаша, они оскверняют наше сердце, но мы верим, что Бхактинандара никогда не прекратится. Бхактинандара, она никогда не остановится, но это очень редко. Где же поток Бхактинандары? Как его найти? Maybe you will have to, you know, some sand you will have to clear, then in deep you может, can нужно, как какие-то подземные реки, такие учения Бхактинандакура, оно тоже может течь, но как-то скрыто. But it's there, но оно inside. Есть. Inside sand, как некий like фалгуноди. You can go there. Можно there is river, but inside видеть sand. Некоторые реки, они текут внутри земли. Внутри под землей такие учения Бхактинандакура. Вот Шрила Прабхупада говорит, вот только Бхактинандакура ушел, еще двух лет не прошло, уже люди жалуются, что я слишком строг, а Бхактинандакура одобрял сахаджийские киртаны просто потому, что он однажды пригласил каких-то киртанистов Шантипура. В этом была его техника того, чтобы одурачить людей. Он сидел в Натхмандире, повторял харинам с закрытыми глазами. Он уже был в лилах Радха Говинды. А люди думали, что Бхактинандакура слушает какие-то сахаджийские киртаны. Bhaktivinoda, they thinking outside people, Bhaktivinoda also sitting there, also sitting there. Посторонние люди думали, что Бхактинандакура тоже сидит и слушает киртаны, но в уши Бхактинандакура не попадало ни единого слова с этих киртанов. Что говорите о Бхактинандакуре? Даже наш Ваман Госвами Махарадж, он ученик Бхакти Прагьяны Кешава Госвами Махараджа. Он много раз говорил. Many times used to say there is so many chaos all around. Много хаоса вокруг, но я могу совершать уединенный баджан. Никто не понимал. Если много хаоса вокруг. But I can maintain my solitary bhajan. Но он говорит, что несмотря на все это, может поддерживать свой уединенный баджан. Что это значит? В обществе может быть множество проблем. Политика всякая и прочее. Но он говорит, что я могу поддерживать свой уединенный баджан. Что это значит? Вы совершаете... Кто-то совершает киртану, но не следует наставлениям Гуру Вишнава, как Бхактиваген Бхарати Махарадж, он объяснял этот киртан. Но мало кто объясняет это. Going to Hyderabad, South India, only explaining they wanted to know the meaning of kirtan, so deep meaning. If I speak, then you can say, well, I heard that kirtan, but I couldn't think that way. Некоторые люди слушают какие-то киртаны, но объяснения не всегда могут понять значение киртанов, как вот этот, например. All samsara pukar, all the shouting of this material world, cannot enter into my ear. Hoibo Radha Rudas. So many kirtan, Bhakti Mata. Kabe Gaurava ne Surodhani Tate
Harade Ha Govinda Voli. So many kirtan, your heart can break up. Шрила Бхактивинода Тхакур написал множество замечательных киртанов, но... Only dry philosophy, Bhandara, these fighting. What we can? We are going to lose everything. И вот Махапрабху говорит, отец и... So Mahaprabhu is in a neutral position. I know you are going Махапрабху, to blame him. По-настоящему беспристрастен. Nobody can say I hate him. I have no politics. I hate politics from my birth. But I speak this way. They think I don't like, but I love them. Everybody, I love them. И вот Махапрабху однажды сказал про отца Рагунатха Даса Госвами и и старшего, еще про его дядю, они очень много помогали Вайшнавам, жертвовали много денег, но все равно Махапрабху сравнивает их с насекомыми в испражнениях, поскольку они слишком привязаны к материальным вещам. Однажды Шрила Кешава Госвами Махарадж с огромным чувством такого горя. И вот он с чувством такого горестным чувством говорит Хайагрив Брамачари Прабхупаде Шрила Мадхава Госвами Махараджа: «О Прабху, неосознанно мы И вот он сказал, что мы с незнаючи прикасаемся к испражнениям. И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж таким с чувством сожаления сказал Шрила Мадхава Госвами Махараджу такие слова, что неосознанно мы так прикасаемся к испражнениям. Я никогда не хочу этого делать. Может, вы все оставите меня. Я люблю моего Гуру Махараджа, Шрилу Прабхупаду, Бхактивинода Тхакура, нашу Гуру Варгу. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура. Он переместился в Нитья-лилу, и все думали, что он слушает какие-то сахаджийские киртаны, но это было совсем не так. Его техника была подобна Радхарани. Она не заинтересована в том, чтобы поклоняться Сурьядеву, Богу Солнца. Почему? Радхарани совершенно не заинтересована в поклонении Богу Солнца, но все же по наставлению Джатилы, цель ее поклонения была в том, чтобы обмануть эту свекровь и заниматься Кришна-сварой. И как в один день, когда вы станете достойны, я расскажу более подробно об этой лиле. Внешне она совершает сурья-пуджу, но ее цель не совершение сурья-пуджи, а просто чтобы одурачить эту мачеху, заловку и совершать Кришна-сева. Она делает все для полного удовлетворения Кришны, но внешне можно выглядеть как-то, что она поклоняется какому-то Сурьядеву.
Шрила Прабхупад говорит, когда бы я не смотрел на Бхактивинода Тхакура, я мог видеть полную красоту Радхарани. Сейчас вы понимаете. Шрила Прабхупад говорит, когда бы я не смотрел на Бхактивинода Тхакура, я видел, что Радхарани пребывает в нем. И Радхарани, она тоже обманут нас таким образом, с этим Сурья-пуджей. Бхактивинода Тхакура никогда ни в какой Харикатхе, ни в какой книге, нигде он не одобрял сахаджийские киртаны и настроение сахаджи. Такого нигде нету. Шрила Бхактивинода Тхакура дал нам множество наставлений. Есть книга Бхактивинода Вани Вайбав, там описывается все это. Махарадж я опубликовал на Бенгале. Некоторые преданные за западные, в частности, они просто сердечно не могут понять, кто подлинный, а кто просто обманщик. They say they cannot understand. He's cheating me. They are cheated. So actually, the motive of Bhaktivinoda Thakur was. И вот цель Бхактивинода Тхакура была в том, чтобы так или иначе привлечь внимание посторонних людей. По крайней мере, если он организует какие-то сахаджийские киртаны с Шантипура, то какие-то люди привлекутся. Эти сахаджи с Шантипура, они очень искусны в игре на мридангах. Мало кто может так, наши так не умеют. Then all outside people, those who are gossiping outside, doing next to nothing, those who are gossiping in the tea stall, they are gossiping, you know, that time of the age, tea stall was not there, tea came after. So I cannot say. Anyway, outside they are gossiping, doing next to nothing. To catch their attention, at least they can say, oh, there is, we heard there is Kirtan, we must go to attend. They can hear Kirtan. And anyway, they can have the chance. И вот такие окружающие люди могут, даже те, кто вообще ничего не делает, неизвестно чем занимаются, все равно не могут прийти, услышать эти киртаны, получить даршан Бхактивинода Тхакура, какое-то было благо обрести. Если вы смотрите на вайшнава, то вы почувствуете какое-то вдохновение, как вот в соответствии с этим киртаном, что Ганга, она очищает постепенно, и нужно принять омовение в Ганге. Но если вы посмотрите на чистого вайшнава, даже если он ничего не скажет, вы все равно очиститесь. И вот цель Бхактивинода Тхакура была в том, чтобы спасти этих обусловленных душ, но люди, они спорят, говорят, что слишком, Прабхупад слишком строг. Ну, что значит строгость? Regarding bhajan, you are very strict. Regarding bhajan, you are very strict. You sit down, so you don't allow, don't go here, don't go there. I also speak. For fraction of second, if you do asasanga, maybe I can lose you. You cannot. Asasanga, она очень опасна, даже из-за небольшого количества асасанги мы сможем сойти с пути. Вот недавно до Картик-врата однажды случилась одна вещь, когда один преданный совершал прекрасное служение, слушал Харикатху. Он получил милость, и однажды встретился с каким-то ачарьей, тот посмотрел на него и потерял силу.
Когда он говорил со мной, я сказал ему, что твое настроение изменилось, что случилось. Тот, в тот день это именно случилось, он получил даршан какого-то непонятного ачарьи, потом не смог повторять харинам дезасеву. Я сказал ему, что какая-то проблема случилась, пытаясь избавиться от нее, и вот он через какое-то время он опять смог как-то восстановиться от последствий этого сатсанга. Когда вы заболеваете, не всегда сразу можно понять. И так или иначе, если мы совершаем асатсангу так или иначе, услышав харикатху, обусловленная душа, она очень слаба. В любое время есть вероятность пасть, и вы должны быть очень осторожны все время. И перед тем, как начать обсуждение сегодняшнее, поскольку Удав Самбад, Удав Сандеш, это очень обширная тема. И множество сокровенных вещей там, что обусловленные души не имеют права слушать об этом. Но я хочу как-то дать им намек. Я скажу предисловие ко всему этому. Можно вспомнить, Шукадев Госвами, он предупредил. И вот Шукадев Госвами говорит, даже в уме мы не можем следовать Ишвара. В уме. Любые действия, которые мы совершаем, если наш ум не кооперируется с нами, то такие наши действия не полны. То есть мы с умом должны все делать, и тогда наши эти дела будут такие полные. То есть с должным вниманием мы их будем делать. И когда ваш ум кооперируется с вашими органами чувств, тогда вы можете что-то сделать. А когда ум так не находится в том деле, которое делает тело, то ничего не получается, как правило. Because man, mind is the top boss. Because mind is the top boss, you know. Mind is the top boss, na? So you must be very careful. Mentally is prohibited than physically. Now, Shukdev Goswami is speaking. И вот Шукадев Госвами говорит. Buddhiman tam samacharat. One very important one. Don't forget. Shukdev Goswami, the topmost paramahamsa. Shukadev Goswami, лучший из Парамхамса Ачарьи. Он дает нам такой урок, но мы. We are in a fighting mood. Why? Иногда спрашиваем, что, почему, зачем. Шукадев Госвами, описав всю эту расалилу. Manasapihi aniswaraha. Бинасати ачаран маудрат жатха руддо одхужам бисам. И вот Шукадев Госвами дает такой совет обычным людям. Он говорит, что мы должны следовать наставлениям Ишвары. Ишвара – те, кто могущественны. Как Шанкар Бхагаван, он Ишвара.
И Иштвара — тот, кто обрел могущество от Верховного Господа. Как Шанкара без Иштвараха, без этого могущества обычные люди, без могущества дарованного Господом, если обычные люди будут пытаться делать то, что делает Шанкара, они обречены на смерть. Это очень важное наставление. Может быть, никто его не слышал. Шукадев Госвами, лучший из Парамахамса, он дает нам такое наставление, что лучше, если вы будете следовать наставлениям этих махаджан, не следовать тому, что они делают, а следовать их наставлениям. Это очень важно. И насчет этой темы множество споров идет. Шукадев Госвами, когда он говорит, что лучше следовать словам махаджан, а не тому, что они делают. Почему? Поскольку мы знаем из читания Чайтамриты вот эту шлоку. А почему тут говорится наоборот? То есть мы должны видеть ачаруны и следовать их примеру, а не тому, что они говорят. То есть здесь наоборот говорится. С одной стороны, в читании Чайтамриты. Говорится, что нужно следовать примеру великих, а вот здесь Шукадев говорит, что нужно следовать наставлениям великих, а не тому, что они делают. В Гите также говорится, то, что делают великие личности, это указание, указатели для нас. Те, кто великие, те, то, чему следуют великие личности, если мы следуем их наставлениям, мы должны им следовать. И вот Шукадев Госвами здесь говорит, что не наше дело смотреть, что делают махаджаны, нужно следовать их наставлениям. Почему? Поскольку иначе мы можем умереть, если будем следовать тому, что они делают. И вот такое противоречие всегда, всегда получается. Шанкар Бхагаван, например. Он выпил яд, например. Еще когда Госвами говорит, если мы будете возмущаться, что делает этот Шива, то ему должен делать, но вот, если такие люди будут спорить и пытаться делать то, что делает Кришна или Шива, пытаться совершать расалилу или пить яд, то такие люди не, в итоге умрут от таких непосильных действий. Как Кришна, например, он держал Говардхан в течение 7 дней и ночей. Но большинство людей даже 5 килограмм камня даже полчаса подержать не в состоянии. Не то что неделю целый Говардхан. So I can give you only five kg stone, only this much stone, you know, this much. You can hold on. How long you can hold on? So you are going to fight. So Shukadev Goswami, what mean to say? И вот Шукадев Госвами, что он хочет сказать те, кто могущественный. Это могущество, оно дается Бхагаванам и Верховный Господь. Что он делает? Как понять значение, как значение Расалилы, я говорил о ней в течение года даже, может, больше. И раньше я тоже говорил об этом. Могу говорить всю оставшуюся жизнь о значении Расалилы. Год для Расалилы можно только рассказать о видении каком-то. Это очень обширная тема. И вот Шукадев Госвами, он хочет сказать, то, что если мы следуем махаджанам, то должны всему следовать.
Но не то, что Кришна. Но опять же, в случае с Кришной, например, или Шанкаром, следовать тому, что они делают, это непосильно для многих, как Шива выпил много яда, по большинству всех остальных, даже запах этого яда, он убьет их, не то, что употребление внутрь. И вот Шукадева Госвами дает нам такой ценный совет. Те, кто разумны, духовно, те, у кого есть такой духовный разум, те, кто совершает баджан, они должны следовать тому, что Ишвара говорит. Они должны следовать этому, а не смотреть, что этот Ишвара делает иногда, что-то необычное может делать. Шукадева Госвами, он говорит, что иногда они совершают какие-то необычные действия, это непостижимо. И мы не можем имитировать их. С этой я могу говорить особую харикатху на эту тему, не для того, чтобы имитировать Махаджан. Мы должны следовать Махаджанам, а не имитировать. Следование, имитация — это совершенно разные вещи. Как вчера я говорил, какие-то бессердечные люди имитировали Гуру Кишвара с Бабаджи Махараджа. И вот имитация, она не позволена. Кто-то может имитировать Сидхартху Госвами Махараджа, просто одевая какую-то одежду Сидхартху Махараджа. Этого мало, как ворона никогда не станет павлином, чтобы она не делала такие все остальные. Хотя эта ворона, конечно, может украсить себя как-то, но этого мало. Может это жадить какие-то павлини перья, но ворона, она останется вороной. Имитировать Сидхартху Госвами Махараджа тоже нехорошо. Или Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа тоже нельзя имитировать, нося Радха Говинда Тилак, только потому, что он носил его. Он Гуру Махараджа, Шрила Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, можно видеть. Наносил тилак из Радхакунды, но я этого не делаю, никто не видел. И многие люди не понимают такого отклонения от Сиддханты. В какой-то книге я видел, какой-то ачарья сидит, у него Рада-Рада написано. Это сахаджийство, хотя он хочет всем доказать, что он ближайший спутник Радхарани. А выглядит все смешно. И вот мы должны пытаться понять настроение Удавы, что каково его состояние. Поскольку Удав, он после того, как всю ночь они обсуждали, всю ночь вспоминали Кришну, и вот он, приняв омовение, повторив аник, вышел с дома Нанда Махараджа. И когда он вышел, он обнаружил множество вещей, я говорил о них в прошлый раз, и он увидел такое состояние Враджа-дамы. Госвами могут немного по-другому описывать это. И вот он увидел естественную красоту Вриндавана во время Кришны. Этот Вриндаван обладал таким шармом. И когда он пошел дальше,
Удав встретился с какими-то гопи. Они с тяжелым сердцем увидели его. Откуда эта колесница? О, может быть, опять этот бессердечный Акура приехал, который уже забрал наше сердце, нашего Кришну. Может, он опять приехал. И зачем? Камса убит, Тушу еще пошлет. Может, за каким-то погребальным делам приехал. Думал, что мы умерли от разлуки. И вот гопи говорят, его господин Камса уже помер, зачем же ему еще приезжать? Гопи с тяжелым сердцем думали так. И после они встретились с Удавой. И встретившись, они были удивлены видеть, что он подобен Кришне. Такого же выглядит так же, как Кришна. Такой же облик у него был. И как это возможно? Я хочу цитировать эту шлоку еще раз. И вот Шукадев Госвами говорит: «Твам бикшо Кришнану чарам бхаджастрияха Праламба бахум наваканджа лучанам, питамбарам пускарамалиним, ласат мухара виндам, паримишча кундалам. Шубисмитаха ко айам апиббо даршанаха, куташча кашчасчута беша бушанаха, итисма сарваха парибабрурусука. Стам уттама соку падам буясрая, спадам буясраям. By watching at Uddhava, they are surprised, they as if Krishna himself coming, same body. И ведь видя Уддхаву, они были удивлены, что насколько он похож на Кришну. Но если бы был Кришна, то они чувствовали бы влечение их сердец к Кришне, но он был просто очень похож на Кришну. Гопи не совершали никакой ошибки, поскольку он как бы был очень похож на Кришну, но все-таки не Кришна, иначе они чувствовали бы другое чувство, как в случае с Прадюмной. Он первый сын Кришны. И вот он, сын Рукмини. Прадюмна дито, тито. Nobody can know, no father can understand. Is not Krishna. Прадюмна, он являлся полной копией Кришны. Иногда даже эти жены Кришны не путали его с Кришной. У Кришны было 16108 жен, и они все путали Прадюмну с Кришной. They think Krishna. So you see, same. Then confusion. All mothers of Padina, I mean all wives, they confusion. Similarly, first hand, when they look at Uddhava Maharaj, they can oh, is Krishna? No. It cannot be Krishna. Because if Krishna is there, И вот гопи, они думали, что если бы это был Кришна, то мы, наши сердца чувствовали бы влечение к нему, но такого нет, и поэтому он не Кришна, а просто крайне похож на него, и кто же он, откуда он пришел. И вот я уже сказал, то автоматически эти гопи. Там пасраина аванатаха, шушат критам,
шаббиро хашикшано суннита диви, рахаша причан упавиштасане, вигьяйо сандешо харам рамапате. They are speaking. After watching, they could realize. И вот они говорят, увидев, они поняли, что он подобен Кришне, но все же не Кришна, им было стыдно, поскольку они никогда не говорили ни с какими мужчинами. Гопи, кроме Кришны и Маду Мангала и еще кем-то, кто подобен Кришне, с никем другим они не разговаривали. И видя, смирение Удавы, они приветствовали его и сказали, что мы думаем, что ты пришел с посланием от Кришны. И здесь они осознали сердцем, поскольку гопи, они не глупы. У них было такое единство с Кришной. И они поняли, что он наверняка пришел с каким-то посланием Кришны. И здесь. И вот они посадили Удаву на асану, точнее предложили ему асану. Here this word Ramapate, very important. Gopika, they are going to express their heart. И вот гопи открыли ему свое сердце, полное любви, и сказали. Not speaking Krishna. Говорят Кришна, говорят Рамапате. Рама, он это Лакшми Деви. Что они имели в виду под этим термином? Рама значит Лакшми Деви. Они имели в виду. И вот гопи с огромным чувством разлуки, они пришли, что ты пришел от Рамапати. Лакшми может прийти, чтобы служить твоему господину Кришне. Даже Лакшми может прийти и служить ему. И во всей Матхуре можно наблюдать множество образованных женщин. А эти гопи говорят, мы не образованы, не учились. И таким образом они выражают свое чувство, сильное чувство. И словом Рамапати они не прямо говорят, а косвенно. It is not straight word, bent word. Их слова были не прямые, а такие косвенные. Они хотели сказать, что даже Лакшми служит ему сейчас, он лидер. Всего, всей династии Яду. Он занимает высокое положение в династии Яду, и поэтому как он может помнить нас? Он сейчас занимает высокое положение и контролирует всю эту династию Яду, и как он может помнить нас? Мы очень малы, незначительные, бедные пастушки. И вот они два слова произнесли. Первое – Рамапати, и они из-за огромного чувства разлуки они произнесли это слово, что сейчас Кришна занимает высокое положение, может быть.
ему служат женщины, подобные Лакшми, и сама Лакшми. И как он может помнить нас, простых пастушек? Rahasya Prichan, they write to, they want to ask secret, what is the secrecy? They want to ask what is the secrecy for why you are coming? What is the secrecy? И они спросили цели его прихода. Сами посадили, точнее, предложили асану, сели вокруг и начали вопрошать. Но эти гопи никогда не встречались ни с какими мужчинами, но были уверены, что вот этот Удава, он посланник Кришны, поэтому проблем никаких нет, он даже выглядит как Кришна. И поэтому не чувствовали неудобства. If somebody outside coming in India, there is veil. Veil means they have to put veil. Как в Индии традиция есть. They're not looking at anybody. Ну что, женщины не должны с мужчинами разговаривать, если разговаривают, то нужно накрыться этой тканью. Типа Параджи. И вот они со стыдом смотрели на Удава, но все же не чувствовали никаких неудобств. You know, it is the characteristics of woman. А из качеств женщины, если она смотрит на какого-то человека, то она может понять его сердце. So they feel comfortable, they are not feeling uneasy at talking. First word, Shandesh Haram Ramapatehe. This word they are using, Ramapate, by this bent word, to pinch. That your master now going to get, you know, seva of all Mathura Gopikas and maybe Lakshmi also coming to serve him. Janimos tvam yadupatehe parshadam samupagatam. By watching you, we can feel. Мы можем чувствовать, что ты спутник. Паршад. Not only messenger. Не только посланник, но и спутник Кришны. Паршад mean internal peripheral. Паршад значит это внутренний спутник Господа, его близкий. Follow Паршад. Janimos tvam yadipatehe parshadam samupagatam bharteha preshitaha pitrur bhavanu priyo chikirsaya. Janimo, by now we realize that мы осознали, что ты послан Yadupati. By now we realize you are sent by Yadupatehe. Yadupati means Krishna. Yadupati это Кришна. И ты Паршад, его спутник. Internal parapharna, internal, you know, relation you have with Krishna. У тебя есть внутренняя связь с Кришной, и мы уверены, что ты принес какое-то послание твоего господина нам, посланное Кришной. What is the reason? To give consolation. To find some solution. Может, он послал что-то для нас, чтобы утешить нас, его отца и мать. They almost have it. Maybe for this. They are speaking. Janimos tvam yadupatehe parshadam samupagatam bharteha preshitaha pitrur bhavan priyo chikirsai. You are sent by Krishna to give consolation to father and mother. Ты послан Кришной, чтобы утешить твоего отца и мать, чтобы найти какое-то решение для них. Because they are in great danger. Поскольку они в великой опасности, они не могут жить без тебя, они плачут от разлуки, готовы умереть. Может, ради этой цели ты пришел, чтобы как-то утешить. Now I'm going to give internal meaning. А внутреннее значение, почему они так говорят, почему гопи говорят Ядубамша, они не говорят Кришна. Они все время говорят как-то косвенно, поскольку это характеристика любви. Любовь, она настолько тонка, настолько великолепна.
Конечно, материальная любовь не столь великолепна, но подлинная духовная любовь, она так всегда движется зигзагообразно. И вот они говорят, то, что Йодупата, этот Госвами-пад, и они с различных точек зрения выражают свои мысли, эти гопи. Они не используют никакие слова, не имеющие значения. Когда Кришна говорит, в Гите, о Кунти, о Савасачи, или Арджуна, в Гите можно найти время от времени. Кришна не всегда говорит Арджуна. You don't understand. Krishna not speaking one name. Он не называет Арджуну. Арджуна всегда, может, там, однажды, иногда Гуракеш, иногда Савасачи, иногда Парантапаха, то есть с различными терминами, Кунти или еще как-то. Все эти имена как-то связаны с Арджуной. И вот Кришна говорит Каунти, сын Кунти, значит, он сын Кунти. Это правильно. Потом Кришна, когда говорит «Хе Савасачи», это тоже значит Арджуна, но он называет его как-то такими косвенными словами, как Савасачи. Значит, то, что его правая рука и левая рука имеют единую силу. То есть вот этот термин Савасачи значит, что его руки одинаково могущественны. У кого-то правая рука сильнее, у кого-то левая, Арджуна была одинакова. И Арджуна все мог делать двумя руками, и писать, и все остальное. Или парантапа. Это значит, тот, кто стоит перед врагом, то эти враги чувствуют страх. Это термин парантапа, который... Значит, что присутствие такого человека на поле боя наводит страх на врагов. In Gita I can show you so many words, Krishna, and now Krishna using. И вот в Гите Кришна множество терминов использует для обозначения Арджуны и также гопи. Называют Кришну всякими косвенными словами, как Йодупата, например, могли бы сказать Кришна, а не господин Ядова. Санатан Гасай, Джива Гасай, у них их разум трансцендентен, наш разум материален, и они могли понять все. Но перед тем, как объяснять Гопи Гиту, Санатан Гасай, он просил прощения у Гопи, умолился их лотосным стопам, чтобы понять их настроение. Он просил, простите его за его детские попытки объяснить глубинное значение Гопи Гиты.
И таким образом Санатанан просил прощения и просил даровать ему милость, поскольку без милости он не может, без милости Гопи не может осознать ни единого их слова. Только Гопи. Санатан Гасай говорит, он молится Гопи. Только вы можете понять настроение Кришны, и Кришна, он может понять ваше настроение, нет никого третьего во всех бесчисленных мирах. Санатан Гасай говорит о Гопи. Только вы можете понять настроение Кришны, и Кришна может понять ваше настроение, нет никого третьего, кто мог бы понять ваше настроение. Невозможно все это как-то оценить. И вот Гопи, почему они используют здесь такие слова? Бхавано прио чикирсая, but Janimastvam Yadupatihe. We know Yadupati, the leader of Yadupati, лидер Ядувамши. He is under control, a hero. He is going to send you. Он послал тебя. И значение всего этого в том, что now he is going to get a big share. He is the controller. Сейчас он получил положение царя династии Ядов, и как он может помнить нас, простые пастушки. И вот Гопи говорят, мы поняли, сейчас он занимает высокое положение в обществе, но если от разлуки с ним отец и мать помрут, то все будут осуждать Кришну за его безразличие к родителям. И тогда, вот чтобы не допустить этого, он послал этого удаву, чтобы утешить их. Но все же, это плохо. Хотя мы знаем, Гопи говорят удаве. Хорошо, мы поняли, что это может быть единственная причина. Почему он послал посланника, чтобы как-то успокоить своих родителей, поскольку он находится на высоком уровне в обществе, и здесь у нас одни коровы, навоз и прочие вещи. Yes, cow dung, coward, cow dung, cake, all, you know, nothing else. So, he is now in big chair, why should he come? He's going to say, и вот Гупи продолжает, зачем Кришне приходить самому тут, кроме коров и навоза, ничего нету. Но зачем он послал посланника тогда? Лучше бы сам пришел. Sending messenger means it is insulting. Послал посланника, это в какой-то степени оскорбительно. He should come personally. Лучше бы, если бы он сам пришел, но занимает высокое положение в обществе, и поэтому послал кого-то вместо себя. It's one kind of, you know, insulting. He should come personally. Because father, mother. Но хотя бы, чтобы утешить отца и мать, то сам бы пришел. Если мы любим по-настоящему отца и мать, то лучше бы, если он сам пришел. Engage one. If my father, mother, I cannot engage one servant. I cannot engage one servant to go and give consolation. It is insulting. Если наши отец и мать страдают, то послать какого-то посланника вместо себя это оскорбительно в их адрес. Бхавано прио чикирсая. Now you understand. Little bit. Understand, no?
In a minute. Now after that, Gopika are going to speak out of heavy heart. И вот гопи с тяжелым сердцем говорят, иначе. This can be the only reason. Это наверняка единственная причина, иначе. Мы не находим никакой другой причины, по которой он сам не пришел. И вот с тяжелым сердцем. Они говорят, что мы не видим никакой другой причины, по которой он послал тебя здесь один навоз, глупые пастухи с коровами, и мы глупые пастушки. Какова причина, по которой он послал тебя? Аннатха гопраже тассо смараниям. He cannot remember anything. Он не может помнить Surely ничего. He cannot Наверняка он забыл remarkable. Все по нас. Surely he cannot remember anything remarkable in Bhujadam, except that factor. Кроме своих родителей. Father, Аннатха годжоб, Аннатха гопраже тассо смараниям на чакшмай. Снехан банду банду нам мунеропи шудштая. Loveful relation, attraction. Снехан банду, снехан банду. Why you are going to love your son? You don't know. Почему вы любите ваших детей? Есть такая, такой неизвестный узел, такая связующая сила. Почему мы любим своих детей? Вроде не видим никакой ни внешней привязанности, никаких цепей, веревок, что нас привязывает к ним. Но почему мы любим своих детей? Мы вынуждены их любить, поскольку есть такая невидимая сила. Внешне она сердце исходящее, все внешне она не видна. И вот Враджа Гопи говорят. Аннатха гопраже тассо смараниям на чакшмай. Снехан банду банду нам мунеропи шудштая. Even Munirishi, даже Мунириши, они также не могут избавиться от привязанности к своим детям, отцам, матерям. Эта связь, она сильна. Может, ради этой причины он послал посланника, чтобы утешить отца и мать. Тащо смараниям на чакшмай. Чакшмай means I cannot see any reason for why, except that reason. Снехан банду, банду нам мунеропи шудустаяха. Even for Munirishi, даже для Мунириши, this kind of internal bond это внутренняя impossible привязанность. Ее сложно, сложно разорвать. Может, ради этой причины Кришна послал тебя. Аннешу артха крита майтри, джавад артха вирамбанам, пумбихи стришу крита, ядбат шу манаха шу хиво шато падай. Very deep philosophy. I feel sad. Очень глубокая философия, мне стыдно говорить перед вами. Но так или иначе, я должен начать. At least I must show the indication. I mean, по крайней мере, дать какой-то намек, позитивный, чтобы посмотреть на величие Гопи Прамы. Аннешу. Гопика speaking. И Гопи говорят с отцом и матерью, братьями, может быть, какая-то связь с другими посторонними людьми. Гопи из-за огромной любви говорят так. Подкостно, мы посторонние люди. А отец и мать, они
более связаны с Кришной. Если я буду каждое слово объяснять, это долгое время займет. Я как-то кратко попытаюсь. Например, я дружу с кем-то, как вот в политике какую-то дружбу заводят одна страна с другой, находят какое-то решение взаимных интересов. Negotiation называется. Of India, going to America, American ambassador coming here, как посол Индии в Америку ездит, американский в Индии, so, находит какие-то speaking, решения взаимные. И вот гопи говорят, actually, other kind of relation, другие родственники, other kind of relation is not effective, они не столь эффективны, не столь близки. Follow. Onnishu artha kritaha for some interest. Onnishu artha kritaha mean for some self-interest. Иногда люди дружат с кем-то ради какой-то корысти. Onnishu artha kritaha maitri, friendship. And this kind of friendship cannot. It is not long-lasting. Но такая корыстная дружба, она не длится долго. Если у меня есть какой-то интерес к вам, то эта дружба не будет длиться долго. Дружба, основанная на каких-то корыстных интересах, она, как правило, недолга. Особенно, когда эти корыстные интересы как-то сталкиваются, то борьба возникает, и дружба кончается. В санскрите мы можем Friendship is for friendship. Friendship is not. Здесь приводится пример неупадок дружбы. То есть дружба ради дружбы, а не ради каких-то корыстных целей. Friendship, not to get any interest. Let's go. Pure friendship. Now, Gopika is out of their strong heart going to explain. Tomorrow I can explain more. Try to start on time because I cannot give final touch. Though I'm speaking, then people can say I am a liar. Final touch I'm speaking, but impossible. Вот я пытаюсь это закончить, но тема очень обширная. Но, по крайней мере, о чем-то могу рассказать. Speak, you know, Harikatha. As Gopika they are speaking. И гопи говорят. Бум хис тришу крита жадбат су мана су иво. Шатападе. What? Пумбихи стришу крита жадбат шу манашу иво шатападе. A very inner meaning. But don't take otherwise. It is like material meaning. But it is not material meaning. It is like material meaning. I can speak. Пумби, I mean those are young men. И вот здесь пумби, те, кто молодые люди, они... Иногда дружат с молодыми женщинами, и такие люди, они опасны, они не любят этих девушек всем сердцем, а просто ради, чтобы насладиться ею, они дружат с ними. Гопи говорят об этом.
такая любовь не всегда исходит из сердца, иногда некоторые ведут себя так, чтобы насладиться кем-то. И вот гопи говорят об этом. Иногда какие-то опасные эти молодые люди дружат с девушками ради какой-то одной цели. Или девушки иногда могут как-то охмурить этих мужчин, чтобы забрать деньги или еще что-то. Как в случае с Пуруравой. Урваши, она как охмурила его, потом, но... Хотя Пурурава, он был властелином всего мира, единственным царем. Но все же Урваши ухмурила его, и он под влиянием камы был как бы смыт. И вот кама вожделение может так смыть таких людей, подобно травинкам. И вот спустя долгое время, и вот моя суть, в чем Пурурава, он наслаждался Урваши. Или Урваши наслаждалась Пурурабой? Какой вот вопрос такой? You give answer to me. Кто что думает? You give answer. I like to get answer from you. Pururava, the king, going to enjoy Urvashi or Urvashi going to enjoy Pururava? Who is going to? Who is going to enjoy? Oh, foolish. Material. She is material. Prakriti kriya manani. One prakriti, this body going to enjoy. Прокрытие, материя, плоть и кровь. Урваши, у нее тоже тонкое тело было какое-то, но так они наслаждались друг другом. И Пурурава однажды сказал: «О, все, я потерял все общением с Урваши». Урваши, она была очень хитра. Она хотела насладиться Пурурвой, моего могущества. И Пурурава, он попал, тоже хотел наслаждаться, и так они, кто кем наслаждался в итоге. И гопи говорят, какие-то молодые девушки пытаются охмурить мужчин или наоборот. Такое случается иногда, гопи говорят, когда один цветок, у нас есть цветочный сад, и В этом саду пчелы, они прилетают, чтобы собрать мед, цветов собирают и улетают. Если у них какая-то связь с этими цветами, никакой нет, они просто прилетают, забирают мед и улетают. И гопи, они так выражают свои чувства Кришне, но это их такое любовное выражение их чувств, поскольку у них есть вечная связь с Кришной, но может они могут говорить как-то косвенно, обвинять Кришну в том, что он, как подобно пчеле, прилетает, забирает мед у них и улетает, но это из-за их любви. Не нужно путать это с какими-то материальными чувствами. Но сегодня конец. Завтра опять попытаемся обсудить. Пунати бхуванатрайам, яшам харикатадгитам, пунати бхуванатрайам. Ванчагалпатурусаке пасиндабхавача, патитанам павани бхавишна бхио нама.